в Ашан, а тут уже новогодняя коллекция. Смотрите, какие классные. Бегемотики. Дракончики. Крылатые, с крылышками. 1200 стоит такое чудо. Дракошка в куртке. И вот такой вот дракошка. Тут уже дедушки продаются. Сейчас вам покажу. Вот такой вот. Такого я все планировала в том году шить. В этом точно сошью. Какие классные вообще. Как я люблю, когда уже прям Merry Christmas, так сказать. Такие классные. Набитый, прям ножки тяжелые, стоять можно, наверное. Такой тоже шарик. Меня, наверное, нифига никто не слышит. Ну и ладно. Красота. Пойдем дальше. Сегодня я влюбилась вот в этих милых чудесных ангелочков. Я так хотела его купить, но меня остановила цена, и это только начало продажи новогоднего декора, и я уверена, что на него будет скидка 70%. Поэтому я, скрипя сердцем, повесила его обратно. Вы только посмотрите на эту прелесть, еще только конец октября, еще даже ноябрь не наступил, а Ашан уже весь разукрасился новогодним декором. Эти ангелочки меня просто сводят с ума. Я обязательно сделаю что-то такое. Цены, конечно, не на любой карман, но вообще, если учитывать, что вы покупаете новогодний декор сразу на много лет, то не так уж и дорого. Понятное дело, что на все нужны деньги, и даже покупая на 10 лет что-то, все равно деньги нужно откуда-то взять. Вот, например, этого ангелочка я хочу сделать своими руками. Возможно, запишу для вас мастер-класс. Ну, как он мне приглянулся, прям в мое сердечко. Милый такой, и с разными цветами. Ой, щелкуны мои любимые. Любимейшая новогодняя тема. Но, видите, мой щелкун лучше. Мы с вами его в том декабре сделали, помните? Я показывала в сторис Инстаграм. Милейшие совушки сразу поднимают настроение в таких шапочках, как у Буратино. Я когда вижу такой декор, всегда вспоминаю Буратино. Еще вот такие совушки есть, тоже прикольненькие меховушечки у них, животики. Ежечки, конечно же, куда же без снеговичков в красных варежках. А вот эта сова мне особенно понравилась, я ее даже взяла, посмотрела. Но, на мой взгляд, она необоснованно дорого стоит. Надеюсь, что в декабре, к концу декабря, будут скидки, и ее можно будет уже купить по более бюджетной цене. Скажем так, ну, рублей за 500-600 я бы ее купила. Ну, никак не за 1500, как указано на ее чеке. Конечно же, гирлянды, лампочки всех мастей и весей. Примеры гирлянд, что вы могли сразу посмотреть, влюбиться, захотеть и купить прямо здесь и сейчас. Я в этот раз ничего не купила из гирлянд, у меня предостаточно дома. Когда начну украшать, пойму, нужны гирлянды или нет. Вот шишка мне присмотрелась. Дома, мне кажется, у меня где-то подобная была. Надо поискать, в общем, заранее посмотреть, какой у меня декор есть, а чего мне нужно в декабре прикупить. Ой, какая милота бесконечная! Вот таких белочек очень легко сделать дома. И старые махрушки, как я их называю, из старой попки-чебурашки белого цвета. У каждого же была жилетка или есть из меха-чебурахи белого или какого-нибудь любого цвета. Вот мишек таких тоже можно из меха-чебурахи сделать. Вообще легко. Можно купить обрезь ткани с большим ворсом,
в любом ателье, тоже недорого. Да все можно сделать своими руками, сейчас мастер-классов завались. Чем я, собственно, в декабре, январе и занимаюсь. В этот раз буду, конечно, снимать теперь на YouTube, раз мы с вами надолго вместе здесь. А вот такая по окрасу, хотела сказать, елочка есть у нас дома. А, вся беленькая, заснеженная. У нас она 2,60 в высоту. Огромная-огромная. Ей в этом году 5 лет. И вместе с вами мы ее, конечно же, нарядим 1 декабря по традиции. А в Ашане елочки меня поразили своим качеством и своей совершенно недорогой ценой. Меня это удивило, потому что даже 5 лет назад таких цен я не видела. Я не знаю, с чем это связано, может быть, так получилось в этом году, не знаю. В общем, кому нужна елка, всем марш в Ашан. Жаль, что Ашан мне не платит за рекламу. Ашан, задумайся, я готова к сотрудничеству. Смотрите, какую малышку можно всего лишь за 11 тысяч купить. Огроменную. Огроменную. Я уже не помню, за сколько мы свою гигантскую елочку брали. Ну, гораздо-гораздо дороже. У нас она, кстати, называется Кремлевская ель. Ну, вы ее, конечно же, видели, раз вы подписаны на мой Инстаграм. Вы же подписаны на мой Инстаграм? Ссылочка в описании. Вот, смотрите, какое дерево прекрасное тоже за 11. Вот это мне не очень нравится. Куцая, ствол виден. Ну и цена, соответственно, тоже ниже. Хотя цена не всегда решает. Я видела шикарные елки и подешевле, и видела облезлые куцые хвосты очень-очень дорого. Вот, пижама. Пойду-ка я мерить пижаму. Мне нужна новогодняя пижамочка. Мне кажется, заранее нужно купить, чтобы был мой размер. Пока даже не знаю, какую я хочу. В том году я все хотела-хотела, да, как говорится, хотелка не дала, так и не купила себе пижаму. В этом году я исправлю это обидное недоразумение и порадую себя пижамой. С удовольствием буду по утрам вставать, надевать любимую вельветовую пижамку, кутаться в нее, пить горячий кофе. А мы вот с Игорьком арбуз решили выбрать из того, что осталось. Арбузная пора потихонечку подходит к концу. Арбузы у нас по 49,90, ну, в общем, по полтосу. Уже некоторые прям конкретно гнилые лежат. Вот куда смотрят сотрудники Ашана? Неужели сложно убрать, чтобы люди не смотрели? А сейчас прикол века. Та-дам! Дыня-бабушка. Скукоженная дыня. Я очень просила Игорька, ну, купить эту дыньку. Но что-то потом мы подумали-подумали и решили не брать ее что-то. Интуиция нам подсказала, что она будет невкусная, и мы только ее зря купим, потратим деньги и выкинем потом. Что-то как-то кушать бабушку мне не хочется. Ну, потом я пошла за мандаринками, кстати, они оказались мега кислющие, просто вырви глаз. Я их ела потом со вкусным мороженым из манго. Апельсины, носок. Приглянулись, у кого есть соковыжималка, у меня нету. Далее мы направились в мясной отдел. Вечером в Ашане часто скидки в мясном отделе, можно ухватить мясцо по выгодной акции 30% и 50%. Я частенько беру мужа за бока и прошу отвезти меня в Ашан именно за мясом, когда мне нужно. Я часто делаю заморозки, заготовки. Я вообще Катя-заготовка, у меня две морозильные камеры, большой холодильник. Я замораживаю и борщи, и вторые блюда, и уж тем более мясное, сам Бог велел заморозить. У меня еды всегда на несколько месяцев вперед. Ну вот и подошло к концу наше пребывание в Ашане, мы накупили 4 пакета еды. Пришли домой, нас весело встречает Оливушка своим хвостиком. Наша домашняя любимица, девочка, выведенная из разведения, кастратушка. Мы прощаемся наша любимая. С вами до нового видео. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, включить оповещение, нажав на колокольчик, и поставить лайк этому видео. Пока-пока!